А что, думаешь, Кумка не спиздит? Сориентируйте, вторые пачки получаются завтра. Ну да, да, вроде как, да. Главнокомандующий сказал, что вроде завтра. Надо все-таки тюрьму пройти. Принимайте, Сумон. Ну, короче, Арислин, Фелиция также танчите. Тыкайте на Сумон. Да, завтра целка рассобучий полностью. Блять, да тыкните на Сумон. И принимайте же Сумон. Фелицию надо еще сунуть. Вон там Буребек пишет, ГМХМ будет. Сейчас раз донесем, давай, соберет, давай. Да какой ГМХМ? Надо в тирягу десятку сбегать. Тогда побольше людей будет. Ну и в тирягу бы не отказался сбегать. Если кто-то соберет. Да соберем. Блять, Фелиция, принимай, Сумон. Все, пошли. Пошли, трэш. Что нам собирать? Вон, если Фелиция пойдет, что танк есть. Чисто хилов до дамагеров. Тюрьму десятку? Да, десятку. А, Фелиция КД. Могу пойти вторым ДЦ. 254. Да нам бы танк. Вторым ДЦ? У тебя 2 ДЦ, что ли? Да, у меня 2 ДЦ. Бля, это сильно. Могу танкануть, если соберетесь. А, на ДК же точно, Фелиция. Ну вот, два, да, даже второй танк. Тебе надо с Ридом познакомиться. У Рида там 4 НХ или сколько там? 5? Вон. Я уже знаю чувака с парой паладинов, Оликов. Знаю чувака с 8 магами, чел, еще. Я знаю позитрона, 8к ДПС, блядь. Это я. Это я. Не, щука, если я буду собирать что-то, то... Шмот на ханта отходит мне. Такой вот он позитрон. Шмотолюбивый. Что любимый? Шмотолюбивый. Блять. Ну шмот любишь. Я понял. Он модник просто, любит новые шмотки одевать. Угу. Кто из нас не любит шмот? О, блять, Кунка нахуй. Чешку лутает. Но прежде чем он ее лутанет, блять, он сдохнет 1000 раз от клива. Там Арислин в танке, если что, передамаживает Лели, Хутика, Блейкища, Кунку, блять. Вы бить вообще будете сегодня, нет? То мы, блять, так вместо 20 минут будем... О, вот Холич пришел. Максон, пойдешь на ТГ-10? Погонишь нас? Да, без проблем.
И... Ну если Холич пойдет, тоже пойду. Ой, бля, ну конечно, нахуй. Я под этим деревом. Надо Сережке написать, нахуй, чтобы Сережку захватили, может, ему что-нибудь пойдет. Может, тогда на завтра перенесем? Ну, завтра, ну, прям... Завтра, видишь, что РЦЛК, все будут заняты, там будем сидеть и смотреть, что ли, ну, типа, ждать пацана. Тут бы еще РЦЛК. Ну, Холич с чарками к Вантриксу, я думаю, должно быть место, правильно? Можно и завтра, конечно. Мне без разницы. Завтра, наверное, если до РТ будете, то я не успею. А если после? Ой, чё это там моб на гору залез, нихуя себе. Видели такое куда-нибудь? Бануться. Там еще пачка вон бродящая, можете потихоньку к ней идти. Ну, там на маунте кто-то, иди с пуль. Пачку вон мобов. Они подходят тоже. Что-то в GTA у пятую залипать стал. Пиратку ебашь? Ну да, блять, а хули. Да какая разница с пираткой и с этим? Только что онлайн там можно играть. Не, я думал, что ты в онлайне залипаешь там. Да не, я не знаю. С и Вовки хватает и так. И сюжетку чисто. Я вообще угораю с того, как там сюжетка качественная, классная, мне прям нравится. Не, она прикольная, она кайфовая. Вот этот Франк, блядь, Тревор чего стоит, это вообще пиздец. Хохма, блядь. Такой тип, блядь. Так, ну давай, кто у нас будет МТ? Пускай будет Арислин на тебе босс, Фелиция на тебе копии. Если третью не получится забрать, то Арислин заберешь третью. Все, ебашим. Ну, короче, там такой гайд, Coldplay. На первую хуй с ним там они не сдохнут, когда первая появляется на 66. А вот вторая, когда перед 33%, там отдашь по себе бабу. Так, отойдите там, где копию он-то держит. И смотри, чтобы Coldplay двоих доставал хилов, танков. А, блядь, кто-то ко мне подошел, блядь. Наготовься, Coldplay бабл нажимать. Еще массакру сдашь. Готовься. Давай, нажимай. Чтоб ты захиливать продолжал. Все, пускай Арестин держит. Вот Арестин отдал 50 на 50. Сейчас готовимся. После 50 на 50 надо еще сейф по нему. Так, Килай, давай зубы по Арестину. У меня нет зубов. Ну, крылья там. Могу вот так сделать. Все, ну и как-нибудь пробуем добивать. Надеюсь, захилится.
долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Бахни сказку, что ли, для племечья. Три, два раза поехали. На коней сразу ничего не ждем, пуляем сразу босса. Анты у вас это есть, как он называется? Усмиряющий. У нас все есть. Дайте каску по нам, пожалуйста. Палы, дайте каску, кто там дает. И лапку, если можно. Даю. Меточки красные выносим с рейда. Прожимочку даем. Ой, ГЦ нахуй. Что, ну, нельзя вынести было или что? Я еще не видел, на ком это было. Сложно, наверное, с рейда выбежать, да? В инстам не заходите, забагается у вас все. Получится ждать вас потом. Все, теперь заходите. Реслин на боссе, Фелиция на трэше. Два ханта на пуле идти с одной стороны. Сейчас скажу, с какой. Фелиция стоишь в звезде, а с кружка трэш-ханты напуливаете на Фелицию. Таунт там не забывай нажимать. Но пулы дайте на Реслина. Хутик. Мегащука на этого, на Фелицию. Обов. Я понял. Озик, ты виноват. Чего, кого? На пул не давал. Это да был. Там когда ноль брони у Реслина будет, посильнее вы хильте там. Берегитесь. Вот 4 стака уже. Так, пачка трэша. На пульте на Фелицию мобов с кружка. Так, давай. Блять, дохуя еще бить, сука. Берегитесь. Давай, массакрой, Реслин. Пятьдесят на пятьдесят отдавай. Фелиция, давай массакру. Ну и колплей давай массакру.
Так. Че, Реслин тьму, тогда Фелиция свет. Или наоборот. Фелиция свет танчит. Че у нас тут по дамагерам? Буря бабку, ну-ка, Реслин. Надо туда в тьму кого-то закинуть. Щука, давай тебя закинем. Так. Вот, поставь рыбку, пожалуйста. Ставлю рыбку. Свету остаются холипал и SDX. Остальные три хила в этот. Во тьме остаетесь. Мася. Перегрузка и хила. Во тьме танчит Реслин. Свету Фелиция. Как пулять будете, эвейдить или так спулите? Да что вы эвейдить-то? Ну, так, чек на пул тогда. Танки боятся. Да нормальные же танки. Да. Нормальные танки войдут. Первая, вторая в тьме, третья, четвертая в свету. По хилам сказал, по танкам сказал. Все, выйдите и потом встаем в центр. Все, забегаем. Ну вот где стоит лицо босса, там и будешь заходить. А мы сбоку зайдем. Так, для ясности, на Реслина квадрат дадим. Так, милики, что за хуйня? С боссом. Милики, если что, вот в кружке. А что за дрочево? Понял. Мася, резай его. Не срывайте агру больше. Прибежали на ту сторону. Милик, если что, показываю вам, откуда автоатака достает. Вот в кружке достает. Надеюсь, вы ближе не стоите. Фулбафы там по локу, каску, лапу пристабав, лапу я дал. Да, походу второй метеор будет. Перебегаем. Вот где квадрат заходит, вот он зашел, заходим с кружком. Все, и назад. Реслина захиливаем. Тут сейчас сдохнет. Блять, захиливаем. Даже хильнул тебя. Так. Начинай двигаться. Вот от этого лезвия будешь убегать. Все остальные в кружке двигаемся. За кружком, за собой. За собой, за собой. Быстрее. Не крути, сильно перекручиваешь. Остановись, Реслин. Все, теперь крути потихоньку. Лезвие через 3 секунды. Жди лезвие, вот шарик, вот видишь, все нормально. Где оно исчезнет, там в следующий раз появится. Все, метки вносите к стене. Двигаемся в кружке, чтобы вас хвост не станил. Находитесь сбоку босса, перпендикулярно. Так, в тьме кто там с голосом у нас остается? Я. Килая, позитрон, короче, говорите, что вот, вот челик, видите, бежал осторожно. Хули щит, да все видит. Ну если там метку не будет выносить, то еще скажите. Все, фаза 3-4 на выход. Где портал, не вижу. А вот он. Здесь дыхания не будет. Так, свету. Все, 3-4 вышли, бьем. Щука. Бентли, давай Геру в свету.
Можно и во тьме кидать. Я снег. Сейчас опустится материальность, если. Хунтик. Метеор перебежали. Все, давай святую Геру 40%. Хотя это наоборот. Точнее, во тьме надо. Бьем под Геру. Мак, тебя может сложить. Вот, да. Бах. Ты слишком близко стоял к лицу босса. Холич, ну у меня есть БР, блядь, для тебя. Так что давай. Даже и нырок дам. Метеор перебежали. Перегрузочка. Смотрите, не сдохните, там вас три хила. Гащука ГЦ. Свет стопните на пару секунд. У нас один просто отлетел. Ну что там, 40%? Всё, можете видеть свет. Там 30 было. А. Щука, ты под дыхание зашел. Блять, а нас слишком много. Надо было же Холича во тьме, уже в первой пати. Ничего, 40, вот 30% плохо, а 40 нормально. Плохо, да. Вот сейчас 30, блять. Пойду в тьму, короче, на шару. Девки, а давайте Василь в святую и все. Перебегайте. Ну, пойду позырю, что в тьме. Так, я подъебал им босса, нормально все. Так, метка. Ну что там, чешка упадет, не? Три чешки. Две боты, одна чешка. Ох! Ну типа нормально. Еще и кастер, вообще нормально. Неужели, блядь? Это получается кунка ГЦ? О, целых две. Да, красиво. А так тоже бывает. Я видел три чешки. Ну, давай, роль кунка. А, ты по ИП не выиграешь, Мася выигрывает. ГЦ Мася. Какая Мася, блядь? А чё, чешку фул ЕП? Конечно. Ну да, сколько там? Блядь, 500 ЕГП. Это пиздец больно. Сколько? 400. А чё они так мало стоят? Рольте эту РДДшную. Интересно, кто ее выиграет. Ну, Бентлик тоже. Холичу не надо? Нет. Зачем Холичу? Чеш ГЦ. Мне долго ног. У них на СПД. Там два СПДшных перейти. Да, без этого я видела мага. Пес остался. Гоки же дай порт, пожалуйста. Так, ну это чё, это на офспек? Здесь 500 кп, нахуй. Блин, Арислин, тебя нету тут. Ты куда-то улетел. Кто там с Арислином, блять? Только Арислин, и все. Давай, я ему передам. А, нет, только Арислин, да. Так, когда шмотку ролит один человек, там за пол ГП отдается. Да, сейчас я тебе передам, ты ему передай тогда. Я ИП не давал, сейчас, секунду. Так, сейчас ИП дам. Ещё и подал. Все, все свободны. Так, народ, кто там в десятку тюрьмы хотел? Вы хотите сейчас идти? И нужно ли вам ДЦ? Да. Так.